В Ленинкенте к 1 сентября увеличат количество общественного транспорта. Толчком для этого стали многочисленные обращения граждан. Напомним, ежедневно с 26 июля по 2 августа проводились обследования маршрутов, анализ работы конечных остановочных пунктов, диспетчерской, пассажиропотока на маршрутах 125, 125А, 146. По итогам мониторинга было принято решение, что компания-перевозчик ООО «СК Транс» усилит контроль за работой диспетчеров. А к началу нового учебного года в связи с сезонной необходимостью количество транспорта на маршрутах будет дополнительно увеличено на 15 единиц.